Приветик, ребята! Вы на моем канале Loyally. И сегодня я хочу вместе с вами протестировать и сделать сводч-помад от Kylie Jenner. Так что поехали! Но для начала небольшое предисловие. Я долго ломала голову, какие цвета помад мне приобрести. Смотрела много видео разных блогеров, обзоры на эти помады. И, честно сказать, устала от видео, где много болтают, где долгие распаковки и так далее. В оконцове я определилась и заказала эти помады. Поэтому я решила для вас снять свой обзор, где будет все четко, понятно, как смотрится каждый цвет на губах, как он будет в целом сочетаться с образом. Решила сделать такое более забавное и веселое видео под хорошим музыку. Я очень надеюсь на то, что вы оцените и не заскучаете при просмотре этого видео. Check the dresser for my chains. Got up in the love of the day. Woke up by a girl, I don't even know her name. Bitches in my new spot, crowding on my space. Had to check the safe, check the dresser for my chains. Good girl.
out, broke out, girl. Broke out, broke out, broke out, broke out, girl. When me see your body, girl, it look like woo. When me see your body, girl, body look good, girl. Подошло к концу. Обязательно дайте мне знать в комментариях, какой цвет помады на мне вам понравился больше всего. Мне очень важно это знать. Кстати, не забудьте заценить мой инстаграм-аккаунт. Ссылку на него я оставлю снизу под видео. Еще добавляйтесь в мою группу ВКонтакте. Ссылочки также будут снизу под видео в описании. Подпишись, поставь лайк и зайди на мой инстаграм.